Мы натолкнулись на двух самцов львов, и они казались очень обеспокоенными. Мы ехали за ним. Я увидел, как четыре огромных льва с черной гривой преследуют этих двух львов. Два брата пускаются в бегство. Одному брату удается убежать, а второй окружен. И его ждут крупные неприятности. Я почувствую машину. Ты ощущаешь это своими внутренностями. Казалось, что своим ревом они пытались объяснить этим парням рев. От него действительно становится страшно. Но что провоцирует такие жестокие нападения? Специалист в области поведения животных Кевин Ричардсон работает с крупными хищниками последние 10 лет. Он считает это тот конфликт, битва за территорию. Четыре молодых самца вступают в родственную коалицию из родных или двоюродных братьев. Тем самым, как бы говоря им, что настал их черед править на новой территории и руководить их прайдом. А если старые лидеры не хотят оттуда уходить, они могут их убить. Эти четыре самца окружают старого льва, по очереди вытягивается, пытаясь защитить заднюю часть своего тела. И он точно не хочет, чтобы они подобрались к его горлу. Такая жестокая конкуренция не менее ужасна, чем кажется. Но так львы избавляются от более слабых особей и сохраняют здоровую и сильную популяцию. Когда все закончилось, сидели. Прошло какое-то время, пока мы поняли...